Он себя уверенно чувствует в Саксонии. Там лагерь шведов. Шведов. Занимаются муштрой. Битвы и муштра – любимые развлечения короля Карла. Он хвалится, что уже 6 лет не снимал сапог. Зачем мы сюда приехали? Ну, если вы не посвящены. Во что не посвящен? А это вы узнаете от других лиц, которые... Которые? Которые, предположим, хотят помочь Саксонии.